Доброе утречко, всем привет. Опять не работают? Угу. Что такое? Не знаю, что с ними. Еще год не прошел. Вообще-то на год батарейка держится. Не знаю я. Макс, давай вставай. Макси, я собираю ланчбоксы. Что у нас тут сегодня? Ланчбокс Каролины. Булочка. Сыр. И вот такой вот батончик. Мюсли. Яблочный из шоколада. Так, это у нас зеленая для Ксюши. Тоже булочку. Мама. Тоже сыр. А. Нет, а какого класса будет шпица, когда это работает? Не знаю. Смотря где ты будешь шпица. Все. Так, Максу булочку шоколадную нельзя. Ему можно сырок. Так вот, сырочек положим. И палочки кукурузные положу. Палочки еще. Что там опять нашел? Гоняет. Карандаш? Вечно что-то на кипачок. Вечно что-то найдет и гоняет. Неси рюкзак себе. Давай неси. Я не знаю, что с твоими часами. Странные какие-то. Мам. Я не знаю, Каролин. Вот, включились. На. Включились. Видишь, 7:30 сейчас. Надевай на ручку. Макси. Зачем в школу идти? Тем более, почему так рано? Готовы, детки. Маргоша уже ушла рано утром. В 7 часов еще. Куда пошла? Давай, пока. Пока. Вещи еще не разобрала после наших гор. Так и валяются. Постирать. Постирать их надо. Макс! Алло, пойдем. Нет, кушай вот здесь. Кушай вот здесь. Вот. Твоя еда. Вот она. Вот твоя еда. Ну так. Надо в чужую тарелку лазить. Вот умничка, давай, кушай. Все, подарок подружке взяла. Ну, начинается. Эй, хулиганё. Пошли мы в школу. Макс, пойдем. У Макса сегодня немецкий. Нужно не забыть сумочку. Немецкий. Давай. Раз. Потопали? Пойдемте. А где твоя штука? Это точно. Без этой нельзя. А ну-ка. Правильно, нет? Да, давай, надевай. Ой, ку-ку. Зёва. Все, пойдемте. Пока, Бонька. Пока, Филька. Деток отвела. И теперь сяду за работу, потому что вчера я не успела смонтировать 2 влога. Смонтировала только на влоговый канал. Сейчас буду домонтировать на канал Маргариты и сразу выкладывать. Где-то за часик я сейчас это быстренько сделаю. И голову нужно еще помыть. Заработаюсь и забуду. Филюш! Филя! Филька! Лежит тут рядышком со мной. Балдеет. Все, осталось совсем чуть-чуть. И будет готово. Потом останется загрузить влог Маргариты. И все. Сижу, влог монтирую. Забыла, что мне нужно обед готовить. Дети придут со школы. Я еще даже не позавтракала. Вот открыла себе йогурт. Хоть йогурт съем. Я успела. 2 видео выложила. Еда у меня тут готовится. Я побежала за Максом. Вот так, чтобы мне не сгорело. Все. Тушится.
Я пойду за Максом. У тебя камушки совпадают с твоей сережкой, вот с этой. Тут белый камушек, и тут белый камушек. Кровь не идет? Брызгала? Молодец. У меня сломался пылесос, и это очень плохо. Ну, он работает, он всасывает, просто здесь не работает щетка. Нет контакта, потому что он у нас упал, вот это вот. И здесь где-то вот здесь вот ударился, и вот здесь вот контакт отошел. В принципе, он всасывает, но когда щетка крутится, он работает лучше, мощнее. Поэтому не знаю, возвращать, как бы эта поломка не заводская, мы как бы сами, да, поломали, считается. А отремонтировать нужно. Лео пробовала разобрать. В общем, нужно все тут снимать. Весь корпус открывать, все открывать. И потом вот здесь вот смотреть, где отошел контакт. Так что жалко, жалко. Надо ремонтировать по-любому. Ну, так, в принципе, вот пылесосит. Просто щетка не крутится, и она с ковров шерсть не собирает. Все, Маркоша уже убежала. Теперь Ксюша. Тормим до трех. Хорошо. Пока. Пока. Пока-пока. А я дальше плюсусь. Все, села батарейка. Кстати, ребят, всех с праздником. С Днем Святого Валентина. Мы, к сожалению, с Лео никуда даже не сможем сходить сегодня. У Лео нет сертификата, у меня он есть, а у него нет. Он так и не пошел, не сдал на антитела, поэтому... Вот, поэтому никуда мы не сходим сегодня. Я слышала, что вроде как с марта месяца отменят все сертификаты. Будут везде пускать без прививок. Ну, надеюсь, так и будет. А? Комнату ты хотела украшать. Как Маргарита? Да, комнату будешь украшать? Пошли. Подружка у нее заболела короной, поэтому сидит она дома. Не с кем ей больше играть. Давай, причешись. У нее куча сердечек осталось. Да, вот это вот уберем. На, бери ножницы. Ой, пойдем. Вот один. Ой, ну мы только вот на стену. Давай вот так вот наклеим сердечки. Потому что вот это долго очень. Это весь день надо клеить. Это весь день надо клеить. Давай вот такие вот сделаем на стену. Давай. Такие. Да. Сижу, читаю ваши комментарии, хочу немножко поотвечать. Очень часто задают этот вопрос. Почему мы назвали так детей? Получается, у них совпадают буквы. Маргарита – Макс, Ксюша – Каролина. До того, как мне не писали такие комментарии, я сама этого не замечала. Потом уже я обратила на это внимание. Оказывается, буквы одинаковые – М и К. Мы не делали это специально, в общем, так получилось. Да, и еще один был вопрос. Знаете, после того видео, где я рассказала, как мы познакомились с Лео, очень много стали спрашивать про родного отца Маргариты и Ксюши. Вот, где он, что он, как, почему разошлись. Я сразу вам скажу, что, ребят, я не хочу об этом говорить. Не хочу говорить за спиной у человека. Это мое прошлое, не хочу этого ничего вспоминать, не хочу об этом рассказывать. У нас все сейчас хорошо, что было раньше, что было тогда, это было тогда, это уже в прошлом. Вспоминать и говорить об этом я не хочу. Спрашивали, знают ли девочки, что Лео их не родной папа, конечно же, они знают. С самого первого дня, как только мы сюда переехали, как только они с ним познакомились, сразу его начали называть папой, но они прекрасно понимали, что есть родной папа, есть еще один папа. Проблем с этим не было никогда, никто им не внушал, что вот Лео их родной папа или что-то такое. Нет, они, конечно же, знают. Поэтому, ребят, давайте закроем эту тему, не будем возвращаться в прошлое. Останемся в настоящем, так как оно есть. У нас все хорошо, все замечательно, все счастливы. Я не люблю вообще вспоминать прошлое, тем более нехорошее. Поэтому
что-то хорошее я с удовольствием вспомню, поговорю. А вот когда тебе неприятно, то лучше не вспоминать. Будем обклеивать эту стену. А потом тут. Да? Так. Ну, вообще-то у нас тут их много еще. Надеюсь, хватит. To settle down. Day nights and late nights don't get around. Кончили. Такие вот сердечки будут у Каролины. Вот. Все, довольна? Нравится? Ну все, тогда я пошла. Двери поклеила. Бонни! Бонни, все. Как дела? Тебе не холодно в этих тряпочных? Они очень тонкие. Всю неделю рано? Почему? Без перерыва? Да. А почему? И в среду тоже? Да. А что это они так у вас? Не знаю, мы же должны делать костюмы. Они готовятся к этому, к карнавалу. А карнавал у вас будет это... Карнавал в школе будет проходить? Да. А в Люцерне не будут делать? 28 апреля, 28 февраля. Вы не учитесь, кстати. 28 апреля бал. Платье надо выбирать. Я не хочу. А какое ты хочешь платье? Короткое, длинное, свободное, обтягивающее. Ну ты посмотри. Если у нас будут бал, я в Золанда. Вот сейчас ты можешь Золанда заказывать и хотя бы смотреть, какое тебе подойдет. Что тут Маргарита нам принесла? Чипсики. Ты... Это сова, что ли? Я захотела. Папа сейчас приехал. Он сказал ничего не готовить. Просто он сказал, чтобы я сегодня ничего не готовила. Он привезет еду. Сегодня праздник. Вам валентинки не дарят? У нас сюда дарили. Мама, мой учитель подарил одной учительнице валентинку. И да? Она учительница ему тоже подарила. О, как это в синий цвет она покрасит. Паприка красит в синий цвет. У меня синий? Нет. А как он может быть? Какой может быть синий? Может быть, они там какие-то отдельные есть? Нет. Интересно. Чуть-чуть острый. Вообще почти нет. Тут больше вкус паприки, чем... Нет, острый. Ты что, мне острый попался? Мама, где мой телефон? Как она может быть синяя? Ну-ка, покажи. Наверное, там что-то специальное. Есть тоже чипсы в Америке, которые красят. Какие-то... Мама, я облизываю, а потом кушаю. Что нам привез папа? Суши. Я знала, что суши будут. Я знала, что будут суши. Еще? Торт мороженое, Тоблерон. Малюсенький такой. Тогда там нет лука. Тебе? Слышали, что она сказала? Она говорит, тогда это мне только. Нет. Не настолько он маленький, чтобы это все тебе. Ой. Как его разрезать? Шоколад прям. В школе же разрезали. Ломается? Такой еще не пробовала. Ура-ау. Разрезать невозможно. Как это кушать тут? Тортик. Надо. Тортик. Что надо? Так, все, поужинали. Убираем посудку. Ксюша там белье. Вытаскивает. Можешь тебе помочь? Застрял. Все, получилось. Не, давай вот это одеяло уберем, я его так просто повешу на дверь. А все остальное... Все. Посуду надо вытащить, как всегда. А потом грязную затолкать. Много надо.
В общем, мы платье выбираем. Маргарита платье выбирает себе на бал. Ну, аксессуаров много надо, потому что оно прям простое. Смотри. О, смотри, какое красивое. Во. Ты думаешь, я это один? Мама, конечно, это посмотри. Ты не для тебя выбираешь, а для Маргариты. Я не для себя, я для Маргариты. Я не такая большая, что посмотри, оно в меру открытое. Смотри, немножко ножка открыта. Вот тут чуть выше колена. Здесь все закрыто. Это мне бы не подошло. Плечики открытые. Почему? Нужно померить. Вот. Вот что тебе не нравится? Смотри, какое элегантное. Смотри, все прикрыто, спинка прикрыта. Я не буду одевать туфельки, забудь! Я делаю мои найки, все. Платье с найками, да. Конечно. Да. Ну, хотя бы босоножки. Нет у нее этого. Смотри, вот такое вот. Это красное. Ну, ладно, не такое. Ну, сейчас тебе покажу. Какой ты просто хочешь черное, да? Да. Ой, какие цены, цены-то какие. Смотри, мама родная, смотри, 3000. Ты куда зашла? Вот это Пиццаланды. Вот это, смотри, 75, вот это красивое платье. Блин, такое. Они вообще чоколовые, они вообще тупые. Спина некрасивая. Ну, спина закрытая, ты хочешь, да, чтобы была? Чтобы не холодно. Вот, смотри, их красивая тоже. Она с кем будет танцевать? Ну, тут спина тоже открытая. 28 апреля. Вот, которую я тебе показала, это была спина. Ну-ка. Ну, тут наполовину. Где это вот это платье, будет, которое я тебе показала сейчас? Вот такое. Ну, это прям какое-то дискотечное, Маргарит. Уж не дискотека, у вас бал будет. Это же бал, Маргарита. Это же бал, мама. Ну, тут открыто сильно. Я знаю. Можно как-то, не знаю. Мама, 6 мне на бал, что я один. Какие-то простенькие такие, видно, что это. Ну-ка, мама. Включи. И вот в этом платье хочешь в Найки пойти? В Найках? Ну да. Зачем что ли ку-ку? Смотри, не обязательно на высоком каблуке. Можно босоножки найти на низком каблучке. Совсем на низком. Босоножки. Ну или туфельки какие-то. Вот это красивое платье. Украшение повесить какое-нибудь. Я тебе говорю, тебе нужно просто заказать, чтобы тебе привезли, померить и посмотреть, какое тебе понравится больше. В каком ты себя будешь чувствовать комфортно? Ни в каком. Ни в каком. А смотри, жизнь. Нет. Нет, это сливается прям с кожей. Нравится? Это смотри снизу, за штаны какие-то. А, да, точно. А вот смотри, какое. Нет, у меня с рюшечками тебе не нравится, да, с этой? Не очень. Вот это свадебное. Да, вот это свадебное, 244. Недорого для платья свадебного. Ну, вот тут с ботинками тоже. Ну, все равно сюда нужно какие-то... Это же будет апрель, это будет тепло. Балетки хотя бы. Знаешь, такие на низенькой платформе. На низенькой подошве. Вообще низкая-низкая. Время 9:00. Я уже спать хочу почему-то. Да? Угу. Давайте отдыхать. 9:00. Ты нос свой побрызгала? Нет. Давай побрызгай. Побрызгай и спатеньки пойдем. Бонечка, ты гулять хочешь? А? Пойдем гулять? Пойдем. У меня тут пылесос работает. Полы моет. Сейчас закончит, подожди чуть-чуть. А то мокрый пол. Чуть-чуть осталось и все. Видите, как чистенько. Чистенько. Пойдем. Мячик бери. Пошли. Ты тут пальму грызешь, да? Я смотрю, вон валяются листочки. Травку все никак не могу тебе купить. Не проезжаем мимо зоомагазина. Как мимо проедем, обязательно куплю. Ты мне пальму тут не ешь мою, понял? Ты меня понял? Ты понял меня? Робот, ты куда поехал? Возвращайся давай обратно. Во, на место надо. Вообще не туда поехал. К тебе тут полы пришли мыть. Можно? Заехал сам. Захотел полы помыть. Сейчас уедет. Он не поймет, где он находится. Он не может выехать. Заблудился он. Ну что, ребятки, на сегодня буду заканчивать влог. Все уже спят. Я тоже пойду отдыхать. Поэтому до завтра.